14:55, это через минуту после того, как я перешел. Слышу грохот и вижу то, что создание Володарского 15 летит глыба льда с крыши и падает буквально в 40-50 сантиметрах от проходящей женщины. Ну и там еще девчонки шли, и мама с ребенком были тоже в этот момент. Никто, слава богу, не пострадал, мои эмоции, я так думаю, испытали. О случившемся мы сообщили в пресс-службу администрации Оренбурга, там пока ситуацию не комментируют. Кто должен был очистить крышу от снега и наледи, управляющая компания или собственник здания, неизвестно. Оренбуржцам остается лишь внимательно передвигаться по городским улицам, смотреть не только под ноги, но и наблюдать за тем, что висит над их головами.